Я буду теперь с телефончиком, наверное, вот так вот телефончик поставлю. Ой, мамочки, он у меня поехал на бумажке. Нет, не хочет, а вот хочет так стоять. Придется мне сейчас исхитриться и сесть. Подвинься. Что у нас теперь с... Так, посмотрим. Ребята, вы меня видите, нет? Опа, опа, опа. Дмитрий, отключите звук, пожалуйста, на... А, видно, господи, это же... Оп, 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 это что такое? Вот, все. Звук. Реагирует. Ну, ладно. Ребята, как меня видно, как меня слышно? По 100-бальной шкале свое настроение обрисуйте, пожалуйста. Сейчас. Видно ли меня? Вот в таких. Я с Ютуба пришла, там люди ждут. Ну вот, да. Если у меня диплом, так, в школе может учиться после школы. Что-то я ничего не... Да, видите? О, прекрасно, ну, слава богу. Все хорошо. Опять у меня скайп выскочил. Да, на 100, по 100 баллов. Все, прекрасно, ребята. Запустилось, работает и Инста, и Ютуб, слава богу. Особо сильно шевелиться не буду, поскольку у меня сегодня такой рабочий дорожный вариант. Видно и слышно, хорошо. Прекрасно. Есть ли вопросы по выполнению калибра? Сегодня у нас тоже кратенько, поэтому не будем сильно долго растягивать сегодняшний эфир. Спасибо за ваши лайки. Я смотрю, уже из 67 человек 53 лайка. Это круто. Ага. Сейчас вы занимаетесь по самостоятельно. Завтра я очень рано тоже вылетаю в Пермь, поэтому завтра эфира не будет. 18 числа у меня будет день рождения. Если получится, ну, в Инстаграм я точно выйду, поэтому в Инстаграм подписывайтесь. Да, я прекрасно вижу, спасибо. Вот, в Инстаграм я точно выйду в аэропорту. Чуть попозже напишу, во сколько это будет. Вот, и, соответственно, на YouTube точно не смогу выйти. Если у нас новички, как меня зовут? Вот, видимо, новички. Да? У нас сегодня, по-моему, уже 11 или 12. Какой марафон, ребят, я уже забыла. 11 марафона, да, точно, у нас 11 день марафона. А, подобные марафоны мы достаточно регулярно запускаем. Марафон по калибру у нас с апреля месяца длился больше месяца, почти 40 дней с вами вместе были, да, проводили. Естественно, какое-то время, какую-то часть времени мы проводили вместе, а какую-то часть времени вы вели сами. И мы регулярно встречаемся с тех пор по понедельникам. Как практика у нас осталась? Зовут меня Эльмира Довлатова. Я кандидат наук, я клинический психолог. И у нас очень много практик и техник, которые людям помогают быть здоровыми, красивыми, счастливыми, состоятельными. Что за марафон? Марафон «Калибр» называется. «Калибр» ну, мужчины, наверное, знают, да, сечение провода. Соответственно, чем толще сечение провода, тем больше электрической энергии он может проводить, этот провод. Ну, как высоковольтный кабель и как, соответственно, от телефончика или от ноутбука кабель совсем небольшое количество. Если пропустить там большое количество энергии, оно сжигает. Сжигает очень сильно как бы все это дело. Нашу психику в том числе. Поскольку мы существа электрические, мы живем и действуем на базе тоже электрических принципов, наша нервная система тоже либо может выносить напряжение, либо не может выносить это напряжение. А, электричество не подключено. Вот вам, пожалуйста, нет лампочки, ой, нет электричества, не горит лампочка. Точно так же мы с вами. Нет в нас энергии, мы с вами не горим. Мы с вами не можем выполнять ни физической работы, ни умственной работы, ну, в смысле без энергии нашей внутренней. И вот калибр очень хорошо помогает прокачать. Всего лишь 3 минуты сидим вот в такой позе. Сейчас, ребят, я попробую. Свалится. Все. Так вот, 3 минуты сидя вот в таком положении, мы буквально помогаем себе накачать нервную систему до такого уровня, чтобы через нас проходило больше энергии здоровья, больше легкие у нас раскрылись, красота появилась,
И самое главное, кстати, да, насчет осени. Вера говорит, так запугала нас осенью, что мы уже в страхе живем. Ребята, как раз цель наоборот, ровным счетом. Говорит, Эльмира сказала, что пипец придет тем, кто осенью, кто не позаботился. Я всегда говорю, как та басня. Стрекоза, ты все пела, поди же попляши. А так вот мы, как заботливый, рачительный муравей, при этом в состоянии стрекозы, той же самой радостной, будем заботиться об этом здоровье вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас для того, чтобы получить результат к осени в плане улучшения иммунитета, для того, чтобы дополнительные какие-то вирусные нагрузки нас с вами не подкосили в лапы, сами знаете, какой коронованной особы. То, что калибр помогает справляться людям со здоровьем, увеличивать дыхательный объем, увеличивать емкость нервной системы, помогать с финансов, сбрасывать лишний вес. Лишний вес в каком плане? Лишний вес – это застойная лимфа, которая у нас есть. И то, что калибр это все делает, это уже опробовано. Это уже, вот я же говорю, с прошлого года, с апреля месяца люди с нами, они здесь, кстати, они могут все это подтвердить. Прекрасно все работает. И технику выполнения упражнений вы можете посмотреть в нашем первом эфире. Первый эфир у нас был 11 дней назад, 6 июля, по-моему, мы его запускали. Но GTV есть, в YouTube тоже есть эта практика. Собственно говоря, объясняется и про марафон, и про вторую часть, про вот эту играющую часть, про соляр, встречу соляра. И мы с вами потихонечку по каждому дню провожу с целью того, чтобы вы понимали, как закладывать на будущее свой год правильно так, чтобы он не был повторением прошлого года в негативных особенно проявлениях. Я вам рассказывала, 13 июля у нас был вебинар очень большой. Те, кто не в курсе, вы можете посмотреть, там вообще все скомпоновано про соляр, как подготовиться 12 дней до соляра, как подготовить, соответственно, прожить день и затем 13 дней после дня рождения, чтобы заложить совершенно другие практики. И знаете, что меня особенно радует? Мои самые близкие коллеги, топовые лидеры нашей компании, ребята, девочки, на которых я, ну, буквально у нас такой костяк очень хороший, которых я очень люблю и уважаю, у них у всех почти день рождения получились в июле. У нас 5 или 7 человек июльских таких, вот, в том числе и моя дочь. И сегодня... Так, что такое случилось? И сегодня у моей дочери тоже день рождения. А я, наверное, она точно сейчас встречает там людей из-за рубежа у нас. Вот, и поэтому там деловая встреча в ее день рождения получается вот такая знаковая. Поэтому ее здесь с нами сейчас нет. А я поздравляю вас. Ой, я поздравляю вас. Я смотрю, что делает у меня этот помощник. Дмитрий сейчас вот прям в интернете, в Ютубе, он корректирует картинку так, чтобы вам лучше было видно. Ну вот, я не могу, да, ну, настроить сейчас получше, может, что-то будет видно. Если плохо видно в Ютуб, перебегайте в Инстаграм. Всегда говорю, из Инстаграм бегите в Ютуб, а сегодня я вам говорю, бегите в Инстаграм, в Инстаграме будет лучше слышно. Вот, а у кого-то сегодня соляр запускается. Ну что ж, я поздравляю вас с днем рождения, поздравляю свою дочку в день рождения. А с ее днем рождения я желаю моей любимой девочке, чтобы вот та юность души, которая в ней есть, тот вот этот распахнутый детский взгляд, вот это состояние новизны в ее жизни оставалось намного, ну, как можно дольше. Я хочу, чтобы она знала, что это она творец своей жизни. Я дала ей максимум инструментов для того, чтобы она могла развиваться в том направлении, в тех сферах, которые она хочет. Я очень рада, что именно такая душа появилась вот рядом со мной. И не зря, наверное, это у меня второй день до соляра, это и финансы мои. И во многом те устремления, те финансовые как бы достижения, которые хочу достичь в своей жизни, тот пример по здоровью, который я показываю на себе, вот у меня за 2 дня до соляра, связанный с ее рождением, наверное, да, по жизни так получилось. Я вот такую напоминалочку, потому что мне всегда хотелось сделать очень большой праздник для нее. Я тогда, когда еще у нас никаких этих квестовых агентств не было, устраивала ей квесты с днем рождения. Мне всегда хотелось, чтобы мои рождения были особенные, когда она была маленькая.
Я тоже это делала. А сейчас я оставляю дочку с ее супругом, с ее компанией, чтобы они тоже насладились. И совсем скоро мы тоже встретимся здесь, после моего соляра, после моей поездки в Перми, тоже продолжим праздновать наши дни рождения. Поэтому большое спасибо. Говорят, что действительно с днем рождения надо поздравлять не самого даже именинника, а мам именинников. Поэтому, девочки, у кого сегодня день рождения, я поздравляю вас. И если у вас сегодня дети тоже рождены, я поздравляю вас. Поскольку быть мамой — это для женщины очень серьезная такая реализация, очень серьезный статусность, очень серьезная инициация быть мамой. Поэтому, тем более, да, смотрите, сразу скажу, у кого дети, женщины, мужчины, у кого дети рождены за 3 дня до вашего рождения, уж тем более у вас день рождения и 3 дня после вашего дня рождения, это кармические ваши должники. Ну, то есть вы друг другу кармически должны. Поэтому вот вам как никому выстраивать со своими любимыми детьми доверительные, очень теплые, очень нежные отношения. Вот таким вот образом. Спасибо большое за ваше поздравление. Поэтому давайте перейдем сейчас к соляру. У меня дочка 18-го. Ну что ж, вместе со мной будем поздравлять вашу дочку. Я буду поздравлять всех тех, кто сегодня родился. Есть еще кто-то? Спасибо большое за поздравление. Да, я сегодня не включалась трансляция. Да, ну видите, я в таких походных условиях. Так что так. Ой, убежал, убежал, убежал. Так, секунду. Хорошо. Спасибо большое за поздравления. Поздравляю от всего сердца вашей дочери мира. Всех благ, будьте счастливы. Да. Итак, давайте поговорим второй день до выступления соляра. Это про деньги, здоровье в том числе. Здоровье с точки зрения питания, то есть это энергетические потоки, которые у вас ходят. Те, кто чакральный курс проходит, те энергии, которые вы принимаете на чакрах, которые вы можете переварить в своей жизни. И сегодня те, кто проходит чакральный курс, я очень рекомендую вам, особенно у кого есть реинтеграции по чакрам, я вам рекомендую проверить себе столбу, посмотреть, как чакр хуже всего работает, и прокачаться реинтеграциями именно по этой чакре. Ну вот, когда у вас второй день до наступления соляра. И также сделать практики духовной реинтеграции, которые мешают вам выбирать вот этот энергетический поток. Для всех остальных, вот второй день до соляра и второй день соляра, соответственно, тоже практика калибр, если вы ее проводите, если вы здесь ее тщательно выполняете, тоже способствует тому, что вы накапливаете энергию как можно больше в себя. Это очень, очень позитивно. А почему ребенок 5 лет заговорил о своей смерти? Извините, что не в тему. А дело в том, что дети, проходя эти этапы развития, они очень часто попадают в прошлые инкарнации, где они умерли. И очень важный такой момент был, поэтому он заговорил. Давайте вернемся в нашу тему. Я, наверное, как-нибудь сделаю вам внести ответы на вопросы. Вот такие, просто болтушка, да, такая будет у нас. Вот у вас любые вопросы, какие хотите, по любым темам, будем разговаривать. А сейчас все-таки вернемся в второй дом. Так вот, по энергии. То есть все, что мы принимаем второй день до соляра, до дня рождения и второй день после дня рождения, значит, мы рассматриваем второй вопрос. Вопрос питания. В этот день, что попало, себя забрасывать нельзя. И когда вы кушаете, надо прям быть сосредоточенным на том, что вы едите, как вы вкушаете, какой вкус пищи. Осознанно вы вообще или просто запихиваете эту еду, абы как. Осознанно вы ее пережевываете, смак, вкус еды есть, энергия еды есть или нет. А еще раз, что попало в этот день, лучше не забрасывать. Даже, честно говоря, лучше остаться на голодании. Не знаю, как в этот день пойдет, не пойдет, но все-таки энергия должна быть, но вот на вкус, на цвет, вот это буду, вот это не буду, прям включить неизбирательность. И пытайтесь услышать организм. Вот я сегодня с утра стояла, ягоды и фрукты передо мной, значит, стоят, вот их много, и я вот это хочу, вот это не хочу, у этого запах
приятный, это вот не буду есть, да. И вот когда вы так набираете и питаетесь этот день, ваш год в плане питания будет совершенно простроен по-другому. Ну и в плане денег. Хорошо подвести сегодня итог года, что сделано в доходах, что сделано в расходах, чего было больше доходов и расходов или расходов. Соответственно, прикинуть, а как вы хотите на следующий год, чтобы у вас сложилось. И вот во второй день, потом, соответственно, на основе анализа этого дня вы будете распределять и закладывать свой бюджет на следующий год во втором дне соляра. Значит, что еще хорошо второй? Не жадничать. Сегодня жадничать нельзя. Энергии как бы жадности. Ну и прям налево-направо расходовать тоже нельзя. Особенно нельзя жалеть на себя. Вы поняли, да? То есть вот, если вы сегодня тоже что-то себе купите, что-то практичное, что-то хорошее, что-то радующее душу, тоже хорошо. Но особенно это хорошо сделать во второй день соляра. Понятно, да? Поэтому смотрите. Можно что-то маленькое здесь, а допустим, квартиру, машину, дачу, хопа, на второй день соляра пошли своего купили. Вот таким вот образом. Ну вот что касается про второй день. Это еще день помощи другим людям, удовлетворение чужих нужд. Очень хорошо, если вы сегодня кого-нибудь, ну вот если второй день до наступления соляра, кому-то окажете благотворительную помощь, вот прям в виде еды. Не деньги даже, да, вот купите продукты и подадите продукты. Ну вот как-то так. Это про второй день соляра. 25 июля соляр 25 будет. Мои дорогие, я вам говорил, ладно. И все зависит... А, вы в 22 родились. 22 раз родились, то, скорее всего, очень возможно, что это 25 июля. Но также время может быть и бегать. Оно может и на 26 бежать, а может и... Ну, вряд ли, конечно, но даже на 24 июля бежать. Это больше астрологические программы онлайн, либо, да, как вы считаете, соляр находите и убиваете там... время. Там тоже можно ошибиться, но тем не менее, если вы практикуетесь или же еще как, хотя бы раз консультацию возьмете у астролога, это буквально быстро там, самый недорогой, чтобы он умел время вам подсказать. Там надо знать место рождения, время рождения. Соответственно, от этого отталкиваемся. Но опять же, даже если не привязываться к солярам или чему-то, в любом случае, тема денег интересна, расходы, доходы интересны, планирование интересно, что мы чем питаемся, интересно, энергия интересна, это каждый день надо. Вот таким вот образом, мои дорогие, поэтому задумайтесь на эту тему, это всегда, всегда будет с пользой вам отзываться по жизни. Ну что, по второму дому соляра есть еще какие-то, вернее, имеющих пока еще анти. Есть ли? А второй раз можно делать калибр, а то не подключалась трансляция, обстоятельно выполнила. Да, можно, в принципе, да. Потому что до 11 минут можно выполнять упражнение, а вы делали 3 минуты. Дела 17 июля, 23.45. Соляр будет на 18 июля. Юля, еще раз, может и перейти, может и не перейти. Скорее всего, что не перейдет. Скорее всего, даже раньше будет. Вот. Спасибо большое за поздравление. Так, ну что, по соляру, если нет вопросов, давайте, наверное, перейдем к калибру. Если у меня сегодня новички, выдержали они такое испытание местом новым, давайте, пожалуйста, единички. Чтобы вы больше были в теме и вообще понимали, о чем речь, я вам очень рекомендую сейчас скажу. Так, 6 июля, да, 6 июля был у нас вебинар первый. Я рассказывала про соляр, про идею соляра и про этот калибр. Чего, как есть, новички. Ой, какие вы молодцы. Вы сегодня остались с нами, несмотря ни на что. Здорово, есть новички. Так вот, новички, еще раз. Сейчас через это упражнение вы протестируете свое состояние здоровья. Если вы будете кашлять, если вы будете задыхаться, если у вас будет болеть спина, 3 минуты всего лишь, совершенно простое дыхание, то это сигнал того, что вам прям быстро надо заниматься этим здоровьем, включаться в этот марафон и прокачивать его. Для чего? Потому что осенью иммунитет будет подвергаться дополнительной нагрузке. А у нас, сами знаете, какая ситуация, и быть здоровым, красивым, счастливым, богатым, это вообще хорошо.
Понятно, да? Вот таким вот образом. Да, новичков много, сердечек много, спасибо. Как делается соля? Ой, соля. Как делается калибр? Вы садитесь с прямой спиной, ножки у нас вот стоят прямо на полу. Либо же вы как йог, если вы хорошо садитесь и гибкие, садитесь на пол, и вот благо здесь я могу даже это поднять, Инстаграм, да, смешно, конечно, выглядит. Вот в такой позе сидеть на спине, ой, на, господи, на полу, чтобы спина у нас была пряменькая, пряменькая, ровненькая, чтобы вот как будто нас вот здесь вот за волосы тянут наверх. Это понятно? Вот, на стуле так сидеть, конечно же, не надо. На стуле мы сидим просто, с прямой спиной, ноги не скрещиваем. У меня был вопрос, почему на полу скрещиваю, на спине здесь не скрещиваю? Да потому что вы неустойчивую позицию займете, если вот так вот. У вас будет позвоночник перекрещен, искривлен, понятно, да, ноги когда перекрещены. А на полу делаю упражнение, это очень хорошо. Дальше. Для усиления калибра нужно закрывать глаза и разводить пальцы? Нет, не надо. Вы как раз смотрите, да, либо вот так вот смотрите, эти, кто уже давно делал вот так вот, да, либо вот так смотрите. Лучше пока так, Леночку. Итак, дальше, что вы делаете следующим образом? У нас есть несколько очень важных позиций, и сейчас я их показываю. Первая поза – ноги, спина. Выпрямляем спину, чтобы прямо прямая-прямая была, потому что энергия, электричество по нервам идет по чему? По мозгу, по мозгу, который находится у нас в позвоночнике, спинному мозгу. Из головы, понятно, да? Дальше, следующее, мы выпрямляем руки. Это правая рука. Инстаграм переворачиваем. Это левая рука. Первый выставили знак ВО, левой обхватили. В итоге руки у нас подняты. Вот здесь вам не очень может быть видно. Они подняты на уровень глаз. Вот, вот так. Не опускаем ни выше, ни ниже. Лоб напряжены и вытянуты. Пальцы прям натянуты и вместе. Смотрим мы вот сюда. То есть смотрим и на пальцы, и туда, вдаль. Одномоментно. Глаза поэтому не закрываем. И фокусируемся все время вот на этом взгляде. Понятно. Еще важный момент. Вот возьмите свою шею вот за эти затылочные бугры. И потяните ее как бы наверх. Вот когда вы ее подтягиваете наверх, у вас, видите, подбородок чуть-чуть уходит сюда. И поэтому, когда я говорю поджать шею, это вот именно это и значит, что вы вот эти вот бугры потянули наверх. А шея, соответственно, сделала как бы такой горловой замок получается. Вот в таком. Находится шея. Дальше что мы делаем? То есть мы сидим в такой позе, но есть еще один момент. Девочки, этот момент делайте очень легко, если у вас менструация. Если у вас нет этого момента, значит, делаем следующим образом. Когда заканчивается, делаем таким образом тоже. Мы берем анус, вытягиваем его вверх. Вот я поднялась на ягодицы, каждый раз говорю. А вот это я просто сжала анус. Видите, совсем небольшой. Вот так вот делать не надо. Сделаем только легкое поджатие вовнутрь ануса. И промежность стягиваем тоже сюда. Здесь анус, промежность. И вот эту точку, как бы внутри, вместе с пупком, мы подтягиваем себе под ребра. Вот таким образом мы зажали, когда я буду говорить, зажали или муабанха. Это называется нижний корневой ног. Зажали и подтянули пупок к ребрам внутрь. Вот это вот. Жаль живот. Некоторые говорят, даже после этого мышцы качаются, пресс лучше становится. На самом деле мы втягиваем тазовую диафрагму вверх и подтягиваем внутренние органы. Таким образом тренируем. Здесь как бы подтягивается. Дальше. Следующий момент. А в принципе все, я рассказала. Да, да, правильно, следующий момент. Когда мы сидим так, мы будем вдыхать 5 секунд, выдыхать 5 секунд и держать паузу. 15 секунд не дышим. Дышим только носом. Соответственно, если вы не держите 15 секунд задержку, не можете держать, а держите столько, сколько сможете. Держите столько, сколько сможете, и затем делайте опять вдох на 5 секунд. 5 секунд вдох, 5 секунд выдох. Стабильно всегда и во всем. А вот задержку можно, либо уж если не можете сокращать, но лучше от 15 секунд ее увеличивать. У меня максимальная задержка была минута 20 вот на выдох, в выдохнутом состоянии. Время выполнения упражнения 3 минуты, либо максимально до 11. У большинства не выдерживают лапки, потому что вот здесь вот мышцы перерастянуты и очень слабые и не держат. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, попробуем. Сели, значит, в удобную позу,
ножки не скрещены, спинка прямая, грудь, видите, подтянулась. Да, добрый день всем. Добрый вечер, пишет, видите. Итак, сели с прямой спиной, правая рука, во, говорит, левая рука, говорит, во. Смотрим вдаль, бесконечность. Головку все время держим вот в таком состоянии, как будто вас здесь тянут, понятно, да? И начнем делать упражнение. Так, мне сейчас надо найти, где время. У меня 10 часов нет. Так, 49. Ну что, давайте начнем выполнять. Выставили руку и начали. Вдох. Раз, два, четыре, пять. Выдох. Раз, два, четыре. Сжали, держим. Раз, два, четыре, шесть, семь, восемь, 10, 11, 12, 13, 14. Расслабились. Вдох. Раз, два, 4, 5. Выдох. Раз. Смотрим бесконечность. 3, 4, 5. Сжали. Держим. Раз, два, 4, 5, 6. Шею не забываем. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Расслабились, вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Сжали, держим. Раз. Ой, стоп, выдох. Два, три, зажали, держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 14. Расслабились, вдох. Раз, два, три, 4, 5. Выдох. Раз, два, 4. Сжали, держим. Раз, не дышим. Два, 4, 5. Взгляд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Расслабились. Вдох. Раз, два, три, 4, 5. Выдох. Раз, два, 4. Сжали, держим. Раз, два, 5, взгляд, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Расслабились, вдох, раз, два, 3, 4, 5, выдох, раз, два, 4, 5, держим, зажали, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Как настроение? Как состояние? Фух. Да, салам алейкум всем. Привет, привет. Да. Как ваше состояние? Да, вопросы денег употребляемые, да, очень актуально. Ребята, вот сейчас вот у нас в Сочи был, сейчас побываю. Понятно, что летом днем жара, а вечером все рестораны забиты. Едят, едят, едят. А ведь ночью ферментов вообще не вырабатывается. Сегодня лучше. Так. Это очень сложно. Это значит, что у вас в очень сложном состоянии находится респираторная, дыхательная, нервная система. За 7 минут очень слабые легкие. Спина меньше болит. Прекрасно. Руки болят, но самочувствие лучше. Да, все потихонечку укрепится. Сегодня очень сложно было держать 15 секунд, дыхать более 5. Да. Надо же, сегодня еле до 10 раз держала. Могла до 15 держать. А вчера было, Жанни, у вас какие-то напряжения были вчера? Так, руки очень тяжело держать.
слабенькие, 10 секунд только. Новички, как вам? День пропустила тяжело? Да. Это эффект резинки. Вам обязательно надо вот лучше, лучше, лучше. Чуть-чуть съехали опять. Лучше, лучше, лучше. Может быть, съехали опять. Лучше, лучше. Но вы все время вверх. Делаю, делаю, не делаю. Делаю, не делаю. И все, вся вниз пошла кривая. Настроение бомба. Да. Сложно, конечно. Друзья, смотрите. Трехминутная банальная раскачка легкости или респираторно-легочной системы. Да? И вы И вот вам сложно. Тяжко. После 15 секунд хочется выдохнуть и вдохнуть. Ребята, вот склерозированные легкие. Почему я вам говорю? Ковид в первую очередь ударит именно поэтому. То, что у вас не дышит, то, что у вас застой и так далее. А он сейчас мутирует, поскольку привиток много будет, он сейчас будет исхитряться, все круче и круче становиться, а потом сойдет на нет. Но вот это на нет нам надо выдержать, понимаете? Голова кружится, сосуды, значит, фиговые в голове, но ничего. Как же шикарно, что ежедневно проводите калибр. Видите, с моим отпуском все сложнее и сложнее калибр делать. Все получается, как дыхание от подиспензии. Нет, не совсем. А значит, вы тут еще, кто может легко держать 15, переходите к 17 секундной задержке. Вот как вам, минуту 20 нормально? Ой, дождать час, перезапуститься у меня компьютер решил. Да что же вы мне сегодня все звоните, дозвоните? Да вот я какая популярная девушка. Прилив сил, благодарю, вчера пропустила. А, видите, диспенза тоже дыхательными практиками занимается, не просто так. У нас есть всего два инструмента для управления своей реальностью, своим телом в том числе. Это фокус, то есть умение концентрироваться. Вот когда человек у нас идет на метод духовной энергоинтеграции обучаться, почему многие не видят и почему первое, что мы говорим, ребята, вот самое банальное, простое упражнение, первое, базовое, куда всех на открытый урок приглашаем, это навык концентрации. Если ты взял и делаешь, 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 как можно дольше фокусируясь на этом вопросе, какое-то дело. А у нас что? У нас как у рыб. 3 секунды тут помню, опа, сюда. 3 секунды сюда, опа, сюда. И снова здравствуйте. О чем мы там говорили? У нас уже вот концентрации вообще нет. И когда мы умеем концентрироваться, нам очень можно легко продыхивать даже в том числе любую боль. Вот. Но только надо уметь сфокусироваться. Мы же видели, как мастера там кунг-фу или чего-нибудь таких восточных языков, крутят руками. Чего они думаете крутят? Они энергию собирают, они ее концентрируют, то есть пространство в те же самые чакры, энергетические центры. Они просто так думаете, что ли, вот танцуют им делать, извините за выражение, нет, они знают эти энергетические потоки, они аккумулируют. Да что ж ты будешь делать? Аккумулируют, аккумулируют и аккумулируют эти энергии. А потом, соответственно, после вот этой аккумуляции, они ее раз направляют и простреливают энергию. И что там? Металлическую эту штуку пробили, там еще что-нибудь разбили. Вот таким образом. Да, перерыв включается, режим золотой рыбки. Все верно, да, так и есть. Ой, да что ты будешь? Делала записи сегодня сама. В конце не выдержала задержку, с утра были слезы. Вот. Вы же сказали месяц делать, неважно во сколько утром. Месяц, 40 дней. 40 дней делать. Вообще, я не знаю, сколько вы держите. Вот когда вы минимум 3 минуты будете делать, и у вас задержка точно будет 15 секунд, беспроблемная, то тогда вот от этого момента отсчитываем 40 дней. 40 дней – это время трансформации энергии. На физическом уровне. Если вы хотите на психическом уровне еще больше, круче прокачаться, это финансы и так далее, калибр, да, то еще 40 дней. Если вы хотите на энергетическом вообще еще круче быть, то, да. Ну, в общем, по телам идем там. Еще 40 дней. Поэтому люди вот и делают. Только что делала Муладхару Крию, сейчас калибр прям как по маслу. Да, после Муладхары, конечно. А повышать надо как получится или строго постепенно? Ну, лучше постепенно, тяжеловато, настроение на высоте. Хорошо, 2 дня делал, понервничал, съехал на 10 секунд. Вот, а держала 15 легко, Инесса. Это как раз пример того, что у вас нет такой возможности. Я вот коронавирусом тоже в декабре перевалила, но я, видите, калибр еще не делаю, другие практики. Но калибр как раз это легкие, в первую очередь. Я сейчас не могу держать минуту 20, даже минуту не могу. Поэтому я, собственно говоря, запустила опять калибр. Сегодня трудновато, дело болею неделю. Сейчас говорю, тем, кто болеет, эта практика прям жизненно необходима.
Вот, спасибо за ваши сердечки. Вместо 3 минут я уже 5-й день делаю 5 минут. Ну, молодцы. Вот, кстати, ребят, те, кто со мной, и пока я новичкам, ну, делаю, да, и пока я новичкам объясняю, как делать упражнения, вы можете прямо в этом поле садиться и сами начинать делать и считать, и у вас будет больше выполняться. Потому что приходится все равно, ну, пришел человек, что он будет смотреть, что тут делают, все равно придется объяснять быстренько. Я уже так сейчас научилась быстро объяснять вроде бы как. А за это время вы можете уже делать. Есть ли еще вопросы по калибру? Задержка получается с коротким вдохом. Никаких коротких вдохов, Алена. Никаких коротких вдохов. Это неправильная практика. Вот, тренируйтесь. Для того, чтобы у вас вдох был, вы, видимо, вдох не делаете ровно 5 секунд. И вот выдохни, выдыхают как? Выдохнули, и вот типа того это выдох, с таким еще призвуком. Вот. На 5 секунд вот не могут люди распределить. Почему? Потому что забиты отделы. Так. Есть ли еще вопросики? Если вопросиков нет, пойду я. Сегодня мне надо распределить. Посмотреть финансы, посмотреть компанию, посмотреть энергии, посмотреть практики какие-то. Вот. Если не 15, а больше, счет какой? Ребят, такие же. 5 секунд вдох, 5 секунд выдох. Всегда. Неважно. Хоть 3 минуты вы задержку держите, но вам нужно 5 секунд вдохнуть, 5 секунд выдохнуть. Если травма сбила ноготь на камень, калибр помог? Да, он заживлению вообще помогает всему. А на вдохе улучшалось зрение. На вдохе. Не совсем поняла, то, что улучшалось, это здорово. Спасибо, приятного. О, до отдыха далеко, мне сейчас тут полно сделать надо сделать. Вот. А еще сегодня у меня будет рабочая фотосессия. Ну, она такая, полу. Вопрос по напке. Дело 12 дней. С утра весь день клонит ко сну. К вечеру никакая, стала очень вставать. Видимо, рано встаете, вставайте чуть попозже. Вот. А так Муладхара. Либо же, значит, напоролись на оттоки Муладхары. Надо там хвосты позакрывать. Вот, активизировали. Да, благодарю и обнимаю для новичков. По 100-бальной шкале поставьте, пожалуйста, как вы себя оценили сегодняшней практике. Как вам вообще урок? Да, спасибо вам, что я благодарю за то время, которое вы для нас находите. Да, ребят, мне интересно, чтобы вы менялись в компании. И мне так легче, и вам так легче. Новичкам он понравился на 100%. Ага. Ну, посмотрите, много. И у нас, кстати, у нас на канале Суперпсихология. Найдите Суперпсихология нас. Вот, на YouTube. Подпишитесь, колокольчик поставьте. Очень много интересных вещей. Повышать задержку на срок постепенно, и как будет получаться. Как будет получаться? Спасибо. Наслаждаться работой. Да, на 8 справилась, на урок на 1 000 000. Прекрасно. Спасибо большое. Это еще, ребята, ну, такая рабочая ситуация. Но я все-таки решила, пусть будет так. А почему? Да и не спасло от ковида. А что, да и спасает от всего, что ли? А потом, а как бы я изнутри вам помогала сейчас, если бы не знала, как там внутри, да? Конечно, это хорошо говорить, да. Я вот примерно представляю, как это, что это. Давайте про ковид сейчас пару слов. Я, кстати, хотела и столкнулась здесь вчера, вот с друзьями встречалась, разговаривала. Ковид накрывает не по-детски, друзья. И поэтому, почему я говорю, обретайте наше сообщество. Мы все-таки такие позитивненькие, мы реалисты, мы не такие, знаете, китайские болванчики, которые, а у нас будет все хорошо, вы только да и овладеете, все будет прекрасно. Нет, ребята, у вас будет инструмент для того, чтобы делать прекрасно, выбираться из любой ситуации, в которой вы попали. Что делает ДИ? Вирус этот убивает счастье на корню. Включается чувство тотального самообесценивания, ненужности, бесполезности всего происхождения, мысли типа мы все умрем и вообще все плохо, а я никому не нужен и так далее, и так далее. Это очень коварная штука. Многие в депрессники уходят, многие в панические атаки уходят. Почему? Потому что сосудистая система у всех загажена, забита. Туда, как говорится, с детства никто не заглядывал. А родители нас этому сейчас не учат и сами многие не знают, почему, что и как. Вот. И, соответственно,
если все в таком неблагоприятном состоянии, те, кто занимается собой, чистится, позитивно мыслит, они тоже заболевают, но они выходят из этих ситуаций гораздо легче, чем те, у которых нет. Но даже у нас есть вот это вот паническое состояние, вообще, что это такое, и я исследовала эту ситуацию изнутри. Я знаю, как из нее выбираться, я знаю, как из нее выбираться быстро. Вот. Ну, собственно говоря, поэтому могу вам сказать, ребята, я знаю, о чем я говорю. Чувствую себя после практики волшебно. Да, да, именно так себя чувствовала после ковида в больнице, плакала постоянно. Да, даже моя позитивнейшая подруга, вот, позитивнейшая подруга, она даже не звонит мне. Я с ней пытаюсь, она говорит, знаешь, мне стыдно, что я стала таким нытиком. А я-то понимаю, что это не она, а болезнь, вирус с ней так говорит. Представляете, как вообще можно испортить жизнь? Спасибо за ваши сердечки, мой внутренний ребенок радуется. Да, ощущения очень страшные. Человек не понимает, он же их связывает с собой. А окружение говорит, да блин, сволочь такая, он из нас все нервы вымотал. Все нервы вымотал. А врачи что, у панические атаки включают? Врачи вон эти, такие страшные таблетки для психбольных начинают давать. Пьют ведь, и думают, что это им поможет. А что им может помочь, если это сосудистое нарушение в голове, если там тромбы начинают образовываться? Тут только, извините, жесткий позитивный настрой, как бы это ни смешно ни звучало, да, настрой на вот общество таких людей, которые могут с тобой поделиться позитивом. И прокачка здоровья, а этим мы и занимаемся. Делайте калибр, чтобы у вас бронхолегочная система могла любой вызов принять, чтобы у вас запас кислорода был легкий. Когда я говорила, капец придет осенью, я именно про это говорила, про неосознанных людей, которые ничего не делают и не готовятся совершенно к этим событиям. Где вот. Видеть практику, но только что мы ее сделали. Эфир будет сохранен. Конечно, да, каждый эфир я стараюсь сохранить. А, еще раз, у нас в GTV, вот вы заходите в инста-аккаунт, и вы видите там телевизорик. И вот в этом телевизорике очень много наших встреч. Начала одновременно делать калибр, мазь яблочной уксусной вены. Проявления стали меньше. Что помогает? Смешно, да? Ну как что помогает? Помогает вообще все. Ваш позитивный настрой вы еще не написали, Инга. То, что вы начали делать, даже это помогает. Уксусный, яблочный уксус натуральный, если делаете, то это тоже прекрасно. У дочери после ковида такая депрессия, понимаю, в чем дело. Вот, Галин, да. Вы хоть начинаете понимать, вы себя не обвиняете. Ну что, да, ощущения действительно не очень. Вакцина, давайте не будем. Неважно, вакцина, не вакцина, у некоторых вакцина вообще даже жизнь отбирает. Почему? Потому что не только вакцина плохая, сколько состояние здоровья хреновое. Поэтому, друзья, вот. Так, ну все, вроде по вопросу на все. Я не делал ничего, это про что? Так, ага. Ну, все кажется. Ребят, уже практически творение, то дети. Кто муж? Ну, дети, муж, это очень приятные хлопоты, но в приятных хлопотах про себя забывать не надо. На шум в ушах, ребят, шум в ушах может быть с разными причинами связан. Как правило, зачастую, я не говорю, что у вас, но в большинстве случаев у нас очень плохое состояние шеи. Мы же все время и вот так вот ходим, мы, ну, в общем, садятся позвонки, сжимают входящие артерии, и уменьшается кровоток, плюс холестерин, плохое состояние опять сосудов. И там вот так в батареях накипь набирается, начинает шуметь. В результате вы слышите этот шум напряжения. Если даже хотя бы начать, ну, к остеопату хорошо сходить, посмотреть УЗИ вен сделать, посмотреть холестериновые бляшки и так далее. Тинитус, да, вот тоже тинитус. Это вот шум в ушах, а как раз он связан во многом с состоянием сосудов. Ну, бывают там свои органические, не буду, нет смысла перечислять. Но зачастую тинитус элементарно уходит. А бывает еще, что он связан с челюстью, с центральным жеванием, с просадкой. Это стоматология, стоматолог, ортопед нужен хороший. Вот. То есть все, чтобы у вас вот здесь цвело, пахло само, да, вот, в плане сосудов. Что делать, в смысле, что делать? Что делать кем? А, не делал ничего, делать... Вы как бы так связанное предложение сделайте, мои дорогие, я не знаю. Начните делать калибр.
Если начинаешь делать практики, менять сознание, дыхательные упражнения, начинает побаливать голова. Это нормально, начинает меняться мозг. Дело в том, что осознанность вообще, она требует большого расхода энергии. Почему колено? Если энергии не хватает, голова начинает болеть. Спазм сосудов. Крови не хватает. Что как? Как делать калибр? Посмотрите еще раз. GTV, выпуск от и до какой-нибудь. Там все есть. Слушаю вас и прокачиваю восьмую чакру одновременно. Благодарю и обнимаю. Наталья, это здорово, что делаете, но я бы предлагала вам практики не совмещать с просмотром телевизора, YouTube, даже меня и так далее. Почему? Потому что во время практики вы должны быть сконцентрированы на себе. Я начала говорить про концентрацию, забыла. А, нет, сказала про дыхание. Дыхание. Вы концентрируетесь на дыхании во время выполнения практики любой. Или на том месте, если муладхара, это на муладхаре и так далее. Это позволяет именно энергию туда направлять. И это не просто физические упражнения, а это еще аккумуляция энергии. Если моча мало выходит, что делать? Жиру съедобно, спасибо. А воды сколько пьете? Надо посчитать диурез, да, то есть сколько пьете, считаете в миллилитрах, и сколько выходит в миллилитрах, и тогда можно делать выводы. Сегодня узнала, что позвонки шеи и грудном вышли из нормы, на снимок послали, сказали, это упражнение. Вот калибр кальция позвоночника тоже, да. Сегодня запись будет. Я стараюсь каждый день запись делать, да, будет. Так, сегодня 11-й день, может. Ну что, мои дорогие, да, понимаете, давайте, наверное, все, я побегу, тоже тут вопросы решать кое-какие. Все, поздравляю дочку с днем рождения, еще не поздравляла. Что больше всего наполняет упражнения, какие упражнения. А, ребят, у нас есть чакральный курс, так и называется, чакральный курс. Это поэтапная разблокировка всех уровней и заполнение энергии. Ну, горб уходит, еще как уходит. Да, всем нам счастья, любви и здоровья. Спасибо за пожелания. 10-й день можно посмотреть, мои дорогие. 10-й день я делала в Инстаграм, и он получился с очереди, в которой мы опаздывали на регистрацию. Но видите, все нормально. Если ты спокоен, везде тебя посадят, и все будет хорошо. Вот. Спасибо за поздравления, да. Сегодня дочки мои день рождения. Вот такой себе подарок сделан на 2-й день. А я у ней на 2-й день соляра родилась. То есть финансовый обеспечитель главный у моей дочки – это я. В Инстаграме 10-й день, да, мы просто там поболтали. А практика тоже делаю. Повторить наше расписание. Ребят, завтра я рано-рано улетаю в Пермь из Сочи встречать свой соляр. Если я прилечу в Пермь, может быть, мне так захочется, и я выйду завтра. Вообще-то нет, давайте-ка я завтра деньги принесу. Делайте по записи завтрашний день. Вот. Ну, или вдруг я не приду в голову в Перми, что не знаю. Поэтому в инста-аккаунте вот. Сергей Кулецкий. Так, с 10-м днем что будет? В смысле, с 10-м днем что будет? 10-й день у нас... вот смотрите еще раз. Про все дни от и до, к чему я так спокойно отношусь, я вам рассказала на вебинаре 13 июля. Я рассказала не только про 10-й, а там с 12 по 1 до дня рождения. Про сам день рождения встречу соляра рассказала. И затем мы спустились вниз с 1 дома, с 1 дня соляра до 13 числа дня. Ну, то есть 12 дней домов, 12 домов и еще 13 день, как я это сказала. Вот там вся есть информация. А в 10-й, вчерашний день, это у нас 3-й день до соляра был. И касается он слов. Вот. Обещание, если вы даете в 3-й день, обращается против вас. Поэтому вот если дали, я вчера, ну так получилось, познакомилась с некоторыми молодыми людьми в самолете. И что-то вот черт меня, что называется, не черт, а вот провокация дернула. Они говорят, давайте поедим вместе. Я такая понимаю, я такая, а давайте.
А потом понимаю, а как же я ждала обещания, нельзя ждавать. И теперь думаю, где же я их буду ловить? А потом только приезжаем, и вдруг, значит, они говорят, а вы куда? Я говорю, ну, покушать, и вы тоже покушать. Пойдемте вместе, пойдемте вместе. Я думаю, фу, слава богу, вот так вот. И вот на маленьком-маленьком примере мне показало пространство, что за базаром следи, да, вот третий день у нас вот про такой. Если вы поссоритесь, особенно если алкоголь принимаете в третий день соляра, то есть до соляра надо смотреть эти моменты, алкоголь не принимать, то это способствует тому, что вы будете все время ссориться. То есть это вообще день информации. И сплетничать, какие-то доносы, какие-то такие вот не очень приятные вещи говорить в третий день ни в коем случае нельзя. Вот. Еще что? Хорошо, учебу какой-то, цикл посмотреть. Вчера надо было анализ сделать, а вот на третий день соляра вам нужно будет делать закладку, может быть, какие-то новые знания получать, может, на какой-то курс пойти. Поэтому вот сегодня я что, завтра хочу прописать заранее себе, чтобы не париться, прям взять ежедневник, я буду вести прям четко. Летела там в Перми, вылетаю в Москву, там вот то-то, то-то произошло. Прям маленькие нюансы, а потом хочу посмотреть, почему. Потому что первый день соляра формирует первый месяц жизни. Я вон что-то все время вообще дома даже не буду на весь соляр. Интересно, как у меня год пройдет. Вроде ковид, вроде никуда ездить нельзя, а у меня сплошные путешествия. Посмотрим. Вот. И когда вы все эти нюансы записываете вот заранее, вот, допустим, третий день гороскопа, мне надо сесть и заняться обучением каким-то курсом. Понятно, да? В восьмой день соляра какой-то трансформации вместо силы поедем. То есть вот уже сразу экскурсионная программа будет. Вот таким образом. Седьмой день партнерства, надо будет по работе посмотреть какие-то вещи. А значит, эфиры все доступны, записи доступны, ограниченные по времени, ну, да. А по напке до конца июля, ох, они, да, они, ну, по запросу вам можно выслать в любом случае. В итоге, смотрите, когда вы таким образом простраиваете год свой, заранее запланировав вот по тому вебу, который у нас есть, ну, посмотрите, как это будет складываться в вашу жизнь. Но помним, алкоголь не пьем с самого дня рождения, а лучше еще за 40 дней до. Вот у меня такое 40 дней до, я уж не помню, когда я же пила алкоголь последний раз. Ну вот. И я сейчас на только ну, вот рыбу изредка позволяю сейчас себе, иногда яичко. Здесь, конечно, сложно кушать в Сочи. Ой, кстати, меня друзья тоже вчера вот эти вот новые обретенные сели, говорят, это, говорят, с этими, с зеленью, кутап, и не кутап, а хинкали, беру, а там мясо. Я такая вздохнула, проглотила, думаю, ну, значит, пространству надо дать мне белка. Тоже убирать, убиваться не будем, а съели, съели. Понятно, да? Но, значит, у меня, о чем это? У меня, значит, в этом году были, для меня это сигнал распознавания, что у меня были в этом году искажения информации. Это для меня приветик. Вчера сидела и смотрела, где у меня искажение информации. Докопалась, нашла, проработала. Вот в таком контексте у нас сейчас я буду прорабатывать свой соляр весь, который у меня пойдет дальше. То есть первый день. Соответственно, у вас в Инстаграм, нашем, моем Довлатов Инстаграм от компании, будут выкладываться эти дома. Я предлагаю, поскольку я буду делать интеграцию на этот день, для себя, естественно, я буду их растягивать на весь день и на вас. Соответственно, если вы хотите включиться в эту хилищу, иначе я не скажу, потому что много народу будет прорабатывать, то вы, даже не владея какими-то практиками, все равно задумайтесь. Задумайтесь, а что бы вы хотели изменить вот по этим сферам своего дома, о которых там описано. И активно делитесь своими осознаниями. Даже если вы, ну, почитаете других, да, что другие сделали, и у вас еще инсайты родятся. Вот таким образом мы с вами переопылимся, а в конце я буду смотреть на ваши комментарии. Инстаграм, еще раз я говорю, в инсте это наше. Вот. И смотреть на комментарии, и, соответственно, я буду делать некий проброс, чтобы у вас эти вопросы решались максимально экологично. То есть еще и поддержку буду оказывать. Каждый день. Первый день дом личности, а второй день дом финансов. Давайте финансы прокачаем вместе. Вот. Вот, я по вашей рекомендации не пью чай, кофе, алкоголь, только воду. О, прекрасно. Чай вы можете травяной изредка пить. На фруктах можно чай пить.
прощается, а кто-то пишет «Добрый день». Да, друзья, ну что, я вас, для новички у нас есть такая практика, благодарю, обнимаю. Делитесь, пожалуйста, если можно, можете, поделитесь нашим эфиром. Я думаю, что очень большому количеству людей полезно будет обрести здоровье, единомышленников, друзей. Так что пока-пока, целую, обнимаю. Ну все, счастливо, завершаем. И сегодня первый раз завершим первым Инстаграм, Ютуб, все, спасибо большое. На Ютуб пока тяжеловато выходить, ребят, видите, сколько приходится тут всяких телодвижений делать, вот, для того, чтобы вас увидеть, и атмосфера так не сильно, ну, вообще-то ничего получилось, да? Вот. Если что, ищите, ловите в Инсте, хорошо? Ну все, пока-пока, целую, обнимаю.